Госкомпании должны принять внутренние правила по предельной стоимости закупок, в том числе автомобилей и техники. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с представителями Общероссийского народного фронта. Обсуждали борьбу с коррупцией, расточительством и неэффективные траты. Эти темы уже поднимали в конце ноября на встрече с президентом. Тогда Путин поручил прокуратуре организовать масштабные проверки.